Всем привет! Сегодня прошло 3 дня, как мы давали чиктоник птице своей. Ну, короче, видимо, получился передозировка получилась. Короче, куры перестали нести яйца. Перепелки тоже самое, вы видите. Видимо, первый раз я переборщил. Хотя в инструкции написано птица 1, 2. Ну и там вот там. Не, здесь есть можно. Ну мало. Мало яиц. Куры всего лишь снесли, ну считай, одну они разбили. И снеслись все белые. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну 8 яиц было. Такого не было никогда. Чтобы было 8 яиц. Получилась, видимо, передозировка. Больше просто, больше никакой другой причины здесь и нету. Все то же самое. Ты давал один раз, больше же не давал? Нет, я давал в тот день, когда... Я вчера им давал. Но вчера я им давал, еще наливал. Я им вчера по одному кубу, не по два уже, а по одному налито. Но результат такой. Видимо, все-таки пошла передозировка. Птица не поносит. Понос калу ненормальный. Ну все нормально, никаких изменений. Просто, видимо, вот в этом... Посмотрим, ладно. Передозировку, наверное, сделал. Про перепела. В основном перепела очень пугливые. Вот кто держит. Ну, в основном это сами виноваты хозяева. Кто держит их в стерильных условиях, в тишине. Малейший шум, малейший шорох, перепела боятся. Перестают нестись. Даже если вы будете делать уборку, перепела у вас, если содержится в полной тишине. Даже если вы будете когда делать уборку, после уборки даже у вас будет яйца носка ставить. Наши перепела, видите, петьки орут, как сумасшедшие. Ну, Багира сейчас на улице, Багира здесь она чует. Музыка играет целый день. Наши перепела к шуму абсолютно привыкшие. У них, им на шум до одного места, короче. Ну вот, курочки. Идем. У курей тоже поноса нету. Ничего нету. Никаких. И яиц тоже нету. А вот еще одно снесли. Вот. Здесь одно яйцо разбили. Яйца грязные пошли. Короче, никаких у курей. Ну вот 9 яиц сегодня было. Все равно мало. По виду, по состоянию никаких изменений не было, ничего. Ну, по яйценоскости. Упала яйценоскость. Идем попугай. Я курица, али. Попугаи, что с попугаями? Попугаи как бы все нормально, они ничего не почувствовали. Единственное, сдохла корелла. Кошанка, которую я показывал, она у нас что-то дышала, она вчера, по-моему, сдохла. Я зашел, она лежит. Но это не от этого же было? Она еще до этого уже начала. Болела. Ну я что думаю? Эти вот эти корелы я покупал раньше, чем тех, которые сдохли. Все-таки я все-таки думаю, что та была птица больная. Как раз именно пары мы их и брали. Да, они знаете, даже вот... когда я покупал, ну какие-то подозрения закрадывались, когда я в первый раз видел. Что-то как-то они чуть-чуть нахуглившиеся были. Ну, сомнения были, но то, что цена за двоих 3000, это у нас очень дешево. У меня все сомнения, короче, пропали, я их купил. Ну вот видите, эти 3000 вылезли боком. Вот попугаи несут яйца. Самочка. Ну это тоже плохо. Это тоже очень плохо. Она... Это одна самка. Потому что я ее уже знаю. Остальных самок я не наблюдал. Чтобы они прям охоту приходили. А это одна самка. Вот 3 яйца. Ну, ладно, ладно. Давать я им гнезда не буду. Только когда переедут в новое место. Ну вот так. Так что с синтоником мы, видимо, переборщили. Сейчас пока я им давать его не буду. Посмотрим, как восстановится. Поэтому вот результат. Не всегда результат бывает положительный. Вот результат плохой.
Снимаем все, что как. Ну честно, вот его дали. Получилось, получилось. Что, что получилось? Это урок. Опыт. Да, опыт. Чем человек раньше начнет что-то делать, тем раньше начнет ошибаться, тем быстрее начнет опыт появляться. Опыт — это бесценная вещь в любых делах. Так что, ну все, такие дела на сегодня. Сейчас будем ждать теперь, когда наши курочки. Заказов много, вот особенно на перепелины яйца сейчас заказов много, а яиц и вчера было мало, и сегодня было мало. Я не знаю. Ну, сейчас может восстановиться. Уже сегодня я залил чистую воду, так что они уже пьют всю чистую воду. Попугай, я дал кашу, они ее съели буквально за вечер, больше я не давал. Ну, на следующей неделе я им дам, еще кашу добавлю. Ладно, спасибо за просмотр, всем пока, скоро увидимся. Что-то подозрение, я не понимаю.